Жители дома 57 на Ульяновской с трудом припоминают, когда последний раз видели дворника. Куча мусора посреди двора лежит здесь уже больше месяца. Субботник есть субботник. Мы вот собрали эти кучи, собираем сюда, вот это все, нас ничего не вывозят отсюда. А вообще дворники есть? Дворники, я видела дворников, наверное, в прошлом году последний раз. Нет, дворников нет. Дворников мы не знаем даже их. То есть, если убирать, то сами? Сами все, прям сами, все подметаем. Сами подметаем, сами снег убираем. Руководство управляющей компании разводит руками. Территория большая, не всегда хватает техники и людей. Иногда, да, просто не успеваем, где-то не доглядели, то есть куда-то машина там, да, встала, не приехала. Но в основном стараемся справляться, то есть у нас не так много таких адресов. Есть, конечно, проблема со своевременным вывозом, но мы сейчас справляемся, то есть нанимаем дополнительные единицы техники. К таким проблемным местам и халатным управляющим компаниям внимание у городских и районных властей особое. Информация о нарушениях ежедневно поступает от ГАТИ. Практически в каждом районе к управляющим компаниям есть претензии по уборке. На нарушителей составляют административные протоколы. Основная масса управляющих компаний и дворов, конечно, содержится в хорошем состоянии, но есть замечания, когда управляющие компании где-то не успевают. В этом направлении, конечно, уже принимаются конкретные меры. И если управляющая компания где-то не наводит порядок, то есть замечания, мы проводим совещание еженедельно в администрации района по понедельникам, где они отчитываются о проделанной работе, наведении порядка, а также привлекаем все-таки административную комиссию. А это южный проезд 114. Дворник здесь есть, но толку от него мало. Скопившийся мусор давно пора вывозить машинами. Жители возмущаются. В таких условиях они живут не первый год. Бардак как творился. Дом правления переходит из одних рук в другие, а делать ничего не делают. Позже мы узнали, что многолетнюю свалку все же убрали, вскоре после того, как оттуда уехала наша съемочная группа. Сейчас это место выглядит так. Выходит, могут, если захотят. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, «События».